Добро пожаловать! Для лучшей навигации используйте тайм-коды в описании. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Зараженная. Девушка-подросток Мэгги заражается болезнью, медленно превращающей инфицированных в зомби. Правительство организует карантин для инфицированных, где их помещают в изоляцию. Ее любящий отец не готов помещать ее в карантин, и она живет вместе с ним. Ли 2013 года. На первый взгляд, Лиза с ее младшим братом и родителями – совершенно обыкновенная семья, ведущая спокойную размеренную жизнь. Но никто, кроме девочки, не подозревает, что они проживают один и тот же день, уже не в первый раз. Тревожный вызов 2013 года. Фильм расскажет про оператора колл-центра 911, куда поступает звонок от девочки-подростка, ставшей жертвой маньяка. Героине предстоит столкнуться со своими кошмарами, чтобы спасти девушку. Ранга 2011 года. Ранга – хамелеон, который живет в террариуме и считает себя героем, которому, к сожалению, никак не удается проявить свое бесстрашие. Но когда он внезапно оказывается в городке Грязь, у него появляется такая возможность. Ранга провозглашает себя борцом за справедливость и начинает вести себя как шериф на Диком Западе. Он еще не знает, что быть хорошим парнем в этих краях – не самая завидная участь. Ангел-хранитель. Адвокат сталкивается с необычным делом. 11-летняя девочка подает в суд на своих родителей, узнав о том, что она была зачата в пробирке, лишь для того, чтобы поддерживать жизнь своей сестры, больной лейкемией. Да, возможно. Никогда не поздно вернуться назад и, возможно, обрести счастье. Уилл Хейс – нью-йоркский папаша, слегка за 30. Его развод в самом разгаре, когда 10-летняя дочь Майя начинает задавать отцу вопросы о его жизни до брака. Уилл рассказывает про свои взлеты и падения. Соседка Эмили, лучшая подруга и родственная душа Эйприл, свободолюбимая Саммер, три романа, три разбитых сердца. Майя складывает кусочки романтической головоломки, и ей открывается, что любовь не бывает простой. А Уилл понимает, что в делах сердечных никогда не поздно рискнуть еще раз. Вкус жизни 2007 года. Кейт Армстронг, профессиональный шеф-повар, подходит к вопросу приготовления пищи с такой ответственностью и самозабвением, что не обращает внимания ни на что вокруг. Но после внезапной трагедии, произошедшей с семьей и родственников, она становится опекуншей осиротевшей племянницы Зои, и вся жизнь преуспевающей до недавнего времени женщины кардинально меняется.
Но, как известно, беда не приходит одна. Еще Кейт вынуждена уживаться с Ником Палмером, самоуверенным типом и новым сушефом их ресторана. Но поскольку соперничество перерастает в любовный роман, Кейт предстоит научиться выражать свои эмоции за пределами кухни, если она действительно хочет наладить отношения с Зои и быть счастлива с Ником. Маленькая мисс Счастье. Олив – маленькая девочка, мечтающая победить на конкурсе «Маленькая мисс Счастье». Ее семья тоже хочет, чтобы мечта Олив осуществилась, но они столь обременены своими собственными причудами, неврозами и проблемами, что едва могут ей помочь. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание!